А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в Car Mechanic Simulator 2021. И сегодня на реставрации у нас вот такой вот мерседесик, который называется Погода или Пагода, не знаю. 113-й мерсик. Какой год? 67-й, нифига себе. Но скажем так, что Мустанг 67-го года выглядит гораздо поинтереснее, чем это. Так, отправляем на моечку. Нужно его отмыть от всякого говна. Слушайте, прикольный цвет. Реально прикольненько смотрится. Так. И куда? Куда? На второй подъемничек. Так, у него... А, колес не хватает. Понятно, все с ним. Так, что, может сразу проварим, пока не забыли. А где оно? А, не туда нажал. Все, новый уже. И царапины все ушли. Так, ну, теперь можно деребанить. А, у него крылья не снимаются, прикольно. Так, номер один. Сзади по-любому, наверное, номер есть. Ух, нифига себе, стекло как новое. Я даже не заметил. Так, два номера у него установлено, замечательно. Стекло, правая дверь. Так, ох, нифига, белоснежный салон какой. Дорого-богато. Так, раз, два, три. Все? Отлично. Отлично, отлично. Так, идем ремонтировать внешку. Так, бампер один. Бампер второй. Две двери. Так, левое боковое зеркало. Левое боковое зеркало. Так. А, я понял. Тут одно зеркало. Окей. Так, багажник нужен. Заднее стекло. Капот. Фонари и фары. Два номера нужно еще приобрести. Есть. И купить салончик. Руль есть. Две седухи есть. Отлично. Так, предлагаю разобраться с колесами. Ага. Ладно, а что от завода? Ой, не туда. 14-е. Идемте посмотрим, что у нас есть. Ни одного колеса на мерсе нет. Я думал, хоть одно есть. 14-е. Кстати, у нас же, по-моему, есть колеса мерсовские или какие? А, нет, Nissan есть колеса. Так, ну мерсовские два штучки из 560-го. Давайте заберем. Хотя, блин, такие диски на самом деле куда угодно можно поставить, выглядят нормально. А там, скорее всего, я даже не знаю, что на нем было, может какие-то спицы. Слушайте, кстати, а что там реально было? Есть там модель дисков или нет? Ага, то есть диски там какие-то свои, ну-ка. Слушайте, ну блин, можно те мерсовские заюзать и нормально, сойдет. Надо ж их тратить куда-то. Ну, пятнашки будут, подумаешь. Так. Раз, два. Так, какая у нас резина? 185 на 80. 185 на 80. Так, 185 на 80. Вряд ли слики нужны, но мы возьмем. На 80? Реально. Ого.
265 поставим, я думаю, ему с головой хватит. 205 сделаем. Чуть-чуть пошире. Отлично. Так, резина есть. Можно даже упаковать, наверное, резину сразу. Что нам тут думать о ней? Ну, нормально. Мне кажется, они будут смотреться. Блин, высота все равно большая. За счет ширины. Но, наверное, скорее всего, будет примерно то же самое, что и там и было изначально по размеру. Но ширину накинул, вдруг там мощность будет какая-то у него. Вдруг сейчас поставим туда. В12 какой-нибудь. Будет весело. Ой, а что-то я забыл балансировать их. Стоял, втыкал. С кем не бывает. Готово. Итак. О, движок комплектный. Великолепно. Великолепно просто. Шикарно. Мне нравится уже. Мне уже нравится. Так. Раз, два, три. Один. Один. Раз, два. Раз, два. Один. Супер. Вакуумник сливаем на пол. Так, бачка этого у нас нет. Аккум на зарядку. Этого бачка нет. Радик сливаем. Так, что у нас здесь? Вентилятор или отремонтируется, или есть. М130. Это движок? Да. Но, значит, у нас точно таких ремней нет, поэтому М130 все будем добавлять сразу. Драч нужен. Гена нужен. Шкив помпы. Саму помпу отремонтируем. О! Шкив колена R6. R6, по-моему, были. Да, надо убрать. Я думал, там R4, а поэтому как-то на автомате. Механический впрыск топлива. Проводочка. Так, клипсы скидываем. Крышка трамблера. Бегунок. Сам трамблер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нафига там два значка Мерседеса было на крышке клапанов? Чтоб не забыли. Ой, куда я нафиг нажал? Так, ну вот этот патрубок я не помню, делается он, не делается. Дроссель 300 SL, самое интересное. Выпуск. Первый ржавый болт пока что за сегодня. Но он на башке, вижу, ржавый еще есть. Так, крепление трамблера. Фильтр. Шестерня цепи ГРМ. У нас уже было такое, что шестерня какая-то брендовая ремонтировалась, поэтому я сейчас добавлять ее не буду. Цепь добавляем. Шестерня распредвала точно нужно добавить. Сам распредвал. Стоп, а крышка распредвала, по-моему, не делается. Надо будет сейчас проверить. И коромысло тоже не должно делаться, но мы проверим.
Все, идемте проверим, что у нас там есть, что у нас нет из последнего, что мы добавили. Распредвал есть. Кстати, гофры той тоже нет, как вы видите. И банок этих под фильтр тоже нет. И шестерни нет. Короче, ни черта нет. То есть нам нужно добавить вот эту шестерню. А, так. Вот этот корпус, этот и вот это дело. Правильно? Правильно. Так, крышка распредвала и коромысла мы сейчас подобавляем. Посчитаем, сейчас их и добавим. Так, коромысла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Так, и крышка распредвала. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Башка. Башка есть. Ну, поршневая обычная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сразу добавим. Колечки сейчас где-то надыбаем. Блин, а как на кольца попасть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Так, сзади движка тут у нас ничего нет. Вроде нет. Поднимаем. Он весь блестит, будто новый прям. За подрамником ни хрена не видно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все норм. Так. Кардана у нас точно нет в наличии. Карабас добавляем. Выжимной. Так, это все барахло мы и так помним прекрасно. Так, бензонасос и бак. Так, что у нас сзади? Раз, два, три, четыре колодки. Так, а суппортов получается нигде нет. И тут один суппорт есть. Раз, два, три. И поршня три штучки нужно накинуть. Как его найти? А, мы с этой стороны находили. Раз, два, три. Точно. Я уже тупить начал. Так, ну, в принципе, да. Диски. Четыре штучки запомним. Два амортика. Две опоры. Две пружины. Тарелка отремонтируется. Стремянки вижу, что живые. Два сайлентблока.
Ой, выхлоп забыл добавить. Тоже по подвеске пошел, а правый выхлоп забыл. Подкладку забываю уже второй раз. Так, два колпачка, два подшипника. Тут рычагов не хватает. Так, сайлентблоки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стабик. Стойка стабилизатора ХЗ какая должна быть. Так, рычаги сейчас проверим. Нижнего нет. Верхнего нет. Так, а амортик? Не, нельзя так на амортик навестись. Нет, нельзя. Два наконечника, две тяги. Кстати, фильтр не скинул, да? Да. Фильтр добавить и кулак скинуть. Так, спускаем вниз, вытаскиваем поршневую. Ну, или движок на рогатке можно собрать. Давайте сейчас на рогатку переместим его. Все, пусто, пусто. Готово. Так, нужно продать лишнее барахло. Сцепление. Тормозные диски. Так, по движку у нас что? Бензонасос. Башка. Распредвал. Дроссель. Выпуск. Впуск. Трамблер, черт его знает, ремонтируется, нет, на всякий случай нафиг. Механический впрыск нафиг. Гена, гидрач. Да и все, больше ничего нет. 8 страничек ремонта, так-то немало. Блин, что оно все в начале теперь? В конце крайне удобно, в начале ни черта не удобно. Чуть за новый мод. 99% уже вторая деталь ремонтируется.
Две странички осталось. Кстати, надо аккум пойти на зарядку поставить. Отлично. Ой, не то. Так, а продажа включить. 14, но, по-моему, красного ничего не было. Ну, по стандарту, на всякий случай. Есть. И наш складик. Склад 6. Не то. Офигеть, сколько всего. Так, нам нужно купить пружина. И опора. Как опора называется? Тарелка. Нет. Чтоб тебя. Опорный подшипник, понятно. Теперь все понятно. Так, давайте сразу, наверное, в электрику зайдем. Есть. Есть. Это есть. Это есть. Это есть. И это есть. Замечательно. Так, теперь тюнинг деталей. Карабас. Берем стандартный набор. Тормоза. Раз, два, три, четыре. Есть. А дальше смотрим. Насос гидрача. Гена. Впрыск. Проводка. Крышка трамлера. Бегунок. Сам трамлер. 6 свечей есть. Фильтр камазовский. Дроссель. Впуск. Выпуск. Фильтр. Распредвал. Башка. Бензонасос. Коробка возьмем. Так, задний глушак, передняя труба. Так, по-моему, здесь все. А, ну-ка, М130 напишу ради прикола. Может, что-то там особенное было? Не, ничего не было, понятно. Так, коробка. Коробка есть. Так, теперь обычное барахло, которое мы и так всегда покупаем. Так, 12 штучек. Есть. Колечки есть. Кардан. Выжимной. Бак. Есть. Три суппорта, три поршня. Странно, что они не вместе продаются. А, ну да, 14. Мне показалось странным количество.
Фух. Так, движок сейчас подкинем. Что есть, ёпта. Сразу с фильтром. Прикольно. Блок. Колено. Фильтр. Шкив. И пойдем собирать подвеску потом. Отлично. Ничего, что больше? Да вроде ничего больше нет. Так, ну тут, наверное, можно сразу салончик подкинуть. Раз мы здесь. Можно даже кузовню подкинуть, почему бы и нет. Блин, в обратную сторону открывается. Ты кто? Понял. Надо пойти сбагрить его. Нормально. Как-то втыканул, походу, во время разборки. Так, фара осталась, и по идее больше ничего не нужно. Так, капот, наверное, скину, потому что, мне кажется, эта рогатка скажет, что иди нафиг. Хотя нет, давай оставим. Наоборот, даже интересно будет, что игра скажет. Все норм или все плохо? Амортики не собрал, забыл. Подрамников миллиард. О, а так, блин, я их мог сразу добавить через к нижнему рычагу. Почему думал, что к амортику? Понятно. Стабилизатора. Говоришь, только тормоза нужны, чтобы подвеску сюда собрать. И все. Так, здесь готово. Сразу можно бак поставить. Другая сторона.
не готово. Так, сохранить. Идем тюнить все, что знаем. Мозгов, кстати, там, по-моему, не было в машине. Надо, кстати, чекнуть. Пока там ничего нет. Не, ничего там не установлено. Так, ну давайте тормоза сразу подкинем. Пока мы здесь. Как раз у нас все готово для этого. Так, на свой страх и риск ставлю выхлоп. Но есть вероятность, что игра скажет, что он мешает. Отлично. Фух. Так, спускаем вниз. Но, короче, диски норм, подходят под машину, но высота... Надо было делать на десяточку, наверное, ниже. Или на пятерик хотя бы. У нас как обычно. Размер колес не то. Но сами диски подходящие, я считаю. Колеса огромные, конечно. Ну и фиг с ним. Так, движок. Продолжаем собирать наш движок. Блин, попасть на нее еще нужно. Так, фильтр есть. Уже ремень даже можно поставить. Нормально. Все ремни поставил, которые нужно. Прикольно. И вентилятор. Вентилятор у нас есть. Ого, какие длинные болты. Так, поршневая. Хотя на самом деле этот кусок выхлопа можно было не ставить, потому что нам все равно коробку придется еще ставить, я забыл об этом. На трех болтах впуск.
Так, распредвал есть. Шестерня. Цепь. Готово. Теперь наконец-то можно поставить трамблер. Так, это все или нет? Фиг знает. Сейчас снимем. Будем ставить, будет понятно. Да, сотка. Прикольно. И капот даже не помешал. Так. Не, давайте сразу карабас прилепим. Коробку старую не продали. Надо впарить ее нафиг. Мы ее, небось, еще отремонтировали, получается, да? А там было 130. Нафиг. Так, на выпуск потом. Стартер. Выпуск на месте. Готово. Так, предохранители все. Все, что ли? Ой, не туда. Да, сотка. Прикольно. Так, ну тогда заливаем жидкости. И можно будет тестировать. Я, кстати, даже не смотрел, сколько у него было сил, но, наверное, в районе соточки. А может даже меньше. Учитывая, насколько он древний. Есть и масло. Готово. Так, ну что, теперь отправляем на... Ой, диностенд. Не туда, рановато, извиняюсь. Диагностика. Не туда нажал. Даже одно колесо прям идеально. Круто. Короче, левая сторона более-менее, правая что-то вообще все плохо было. Отлично. Так, теперь можно и покрасить. Но цвет мне нравится, поэтому я бы не против даже в такой же покрасить. Выглядит реально прикольно. Такой прям бронзовый, что ли. Ой, зависло. Вернулся я на покраску, собрал машину заново, потому что игра вылетела. Ну, цвет стандартный красим, который был. Ну, раскраски сейчас посмотрю, но я сомневаюсь, что там что-то есть на него. А, нет, что-то есть. Думаю, нафиг не надо. Так, диностенд. Кстати, мы, по-моему, так и не смотрели, сколько там лошадей от завода. А именно... 169... Но это больше, чем я ожидал. Я говорил, сколько там, сотка или даже меньше. Так, 186, давайте 250. Есть. И, ну, 320. Больше он не пойдет. 318. Так, настраивать тут нечего. Давайте тест.
Почти 300 сил, по-моему, очень даже неплохо. Так, поехали тестить. Поезжай. Слабенько. Давайте, наверное, снизим карабасик немножко. Поставлю 280, наверное, максимум. Потому что видно, что ему тяжело ехать. Ну-ка. Там 250, ну так, чуть-чуть изменили, чтобы, по-моему, ну, чтобы хотя бы 260, может, поедет. Так, попытка номер два. Ну, 264 поехал, если бы чуть-чуть еще снизили, было бы, наверное, 265. Но, как бы, максималка, в принципе, небольшая. Ладно, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, все ссылки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.